Итак, для тех, кто смотрит этот матч, возможно, уже сейчас поздно, возможно, не очень, но сейчас проходит матч сильнейших тиранов СНГ. Хэппи уже отошел, так сказать, от станка, поэтому сейчас играют Браток и Кас. Браток после очень длительного возвращения вернулся в StarCraft во второй половине этого года и активно катает, пытается что-то сделать. Вот, Кас тоже на какое-то время когда-то пропадал. Потом возвращался, интерес к игре угасал, ну и так далее, так далее, так далее. Ну и пользуясь случаем, призываю всех подписываться на мой канал, ставить лайк, писать комментарии. И напомню, что все игры с этого турнира с квалификацией Home Story со второй европейской из двух будут выложены на мой YouTube-канал. Если вы вдруг смотрите эту запись, посмотрите обязательно предыдущие катки, там была жесть. В частности, битвы протосов против этих тиранов, против обоих. Ну и ТВТшечки будут вообще просто огонь. Огненные, как говорит моя знакомая. Так, встретились КСМки. И сейчас они оба поняли, где находится каждый из баз. Ну потому что если ты приезжаешь на первую нычку, встречаешь здесь КСМ, а значит он приехал отсюда, ну по ближней базе. Потому что на диагональную базу никто никогда не ездит. Так, Ратамахата, сейчас кто-то договорится. Это современные, трехмерные, детские интро. Просто ты не ценишь и не шаришь. Кас в предыдущей игре против Blue Cheese, чтобы попасть на братка, использовал интересную заготовку с масс-риперами с двумя бараками, плюс гелионы с очень поздними нычками. И даже несмотря на то, что он заказал три командных центра, ну плюс два потом, он все равно продавил противника банально одной атакой. Этого никак не мог противник ожидать. Blue Cheese вообще за ту игру не разведывал, ну и за что поплатился элитным сливом. Кас чуть не проиграл первую карту каким-то чудом, духом. Но все-таки я, наверное, все равно поставлю на братка. Как-то он, мне кажется, пошустрее, побыстрее. Во всех аспектах. Не помню, конечно, сколько из них кому лет. Но это и не важно. Да, вчера на квалификации мы смотрели много от лица братка, от первого лица. За Касом смотрели, сегодня больше смотрим из игр в супер хорошем качестве. Супер-пупер хорошем качестве. Так, у нас по жестким билдам. Рипер, рипер, оп-оп-оп. Не успел последний залп сделать Кас, хотя очень хотел. Но это будет исключительно битва микроконтроля, я считаю. Сейчас чуть-чуть потише звук сделаю. Чистый микроконтроль. Кас разведывает баншу с инвизом. Прекрасно понимает, к чему ему готовиться. Сам он тоже делает баншу с инвизом, но... хитрого хода какого-то и поворота неожиданного сейчас не будет. Вот 4 гелиона, наверное, зря сейчас браток спалил. Он показал, каких юнитов он использовал все это время в факте. То есть Кас, который сейчас едет 4 гелионами, он уже знает, что его 4 гелиона ждут. Еще один из них продамаженный, то есть он не имеет права сейчас нападать, потому что здесь гелионы более живые по хп. То есть даже вот эта вот разница в 25 хп, 24, это большая разница. Это целых два залпа гелиона практически. Поэтому поднимаясь наверх, он все равно проиграет. Вот, таким образом браток занимает контроль карты. Кас ждет противника в ответ, если вдруг он поедет. Если вдруг браток почувствует, что он получил преимущество. Тут уже пошел Steam. Меня порадовало, что Steam Pack пошел на 8-й минуте. Не на 8-й минуте, как в прошлой игре, на 9-й, а на 4-й. Вот, и не пожалел браток денег, несмотря на то, что он знает про большой... Стоп, а браток перед смертью Рипера что последний раз видел? А, он не видел большой с инвизом конкретно. Он угадывает. Да, он угадывает.
Я знал про Баншу с инвизом. Он не делает туретки. Хотя вообще должно было быть наоборот. Не понять мне этот современный сумасшедший ТВТ. То есть он видел Баншу с инвизом, но туретку не сделал. И у него сейчас почти готов... О, что? Он что, инженерку забыл? Кас. Он же видел Баншу с инвизом. Это ж провал. У него нет антивоздуха. У него есть циклон. Один. Очень мега поздний. И сейчас Банша столько рабов настреляла. Блин, браток не проконтролил. А может быть даже специально так сделал. Заехать гелионами браток тоже смог вовремя. Но Кас вовремя дернул рабочих и потерял не так много. Видели, как он сейчас выстрелил просто в залп в линеечку по всем гелионам и убил последнего, самого дальнего. 10 рабов на 7. Итого. Банша Каса с нулем киллсов. Минка! Минка! Бам! Браток просто какой-то повелитель минок. Реально повелитель. Как ему это удается? Где бы он мину не закопал постоянно, то медивак, то банша, то еще что-нибудь умирает на этой мине. Просветка от Каса. Он видел минку, он ее, если что, объедет. Минус КСМ. Банша братка помогает дефенсе. Блин, какой пот, какой микро. Но я реально не понял, почему банша братка стреляла так долго по циклону. Почему не по рабочим? Она же могла убить там на 5 больше, наверное. Танчик. Минка. Бабах. Минус все. Осталось только две банши. Точнее, одна. Ее сейчас надо тоже чем-то убивать. Постоянно приходится срывать КСМ, который должен строить командный центр. Но он уже очень сильно подкопились у братка деньги. Просто очень сильно. Если он третий командный центр даст на банше, это будет просто орден Тарсона. Которого я не видел уже, наверное, лет 5. Чувак, только не отдавай, пожалуйста, не отдавай. Блин, о, ему нечем отбить. Просто нечем. Две большие кассы пошли в атаку. Юнитов практически нету. Марики уже со стимпаком. Браток думал, что он фокусит стимпак, но это был не стимпак. Это уже были щиты. Касс вовремя вывел рабочих, починил их. Банша продолжает убивать КСМ, который пытается ее построить. Микробаншой, микротурнамент. Командный центр почти готов. Пипец, сейчас чуть-чуть не произошло чудо. Там Тейксон просит меня сказать ему счет между Касом и братком. Так, что у нас там по потерям, по саплаям, по рабочим, по рабам, по рабам? Более стандартизированный опенинг решил выбрать браток, в отличие от Касса, который решил сыграть в более ранний стимпак, который, по сути, сейчас ему, ну, нужен только, наверное, конкретно для того вот этого выхода, вот этого, который Касс сейчас показывает вместе с танками. То есть ставка идет на стим, хотя и пехоты не так уж и много. Но вот этот более ранний дроп со стимпаком, со щитами, у братка тем временем нет ни стимпака, ни щитов. В этом плане, в плане майндгеймса и технологичности, сейчас браток немного проигрывает. Но как только у него все эти 4 грида доделываются, все будет здорово. Только не нужно до этого момента терять так много рабочих. Не надо рабов терять. И сейчас, скорее всего, браток может отдать позицию. Тут ни одного танка нет. Касс видит прекрасно, что позиция свободна. Он может занимать танки, раскладывать прямо перед рампой. Можно было даже вот здесь танки разложить. Да, браток проиграл в позиции, не дожил до стимпака, и игра кончилась. Жесть. Совсем просто вот пару секунд не хватило. Это было 3. Это было 3, гайз. Так, сейчас будет карта. Тейксон говорит, заинвайте меня в игру. Пишет, can you invite me?
Не видел апгрейд на инвиз и думал, что браток Рейвеном контрит его баншу. А-а-а. Блин, ну там было очевидно, что лаборатория двигалась. Прям вот двигалась, двигалась. Очень странно. Ну ладно, тем не менее. Гоу. Let's do this. Написал бы ему рестрим меня. Приезжай в Россию. Да-да-да, и рестрим. Типа я разрешаю. Это было бы очень потно. И толсто. Да, такое не каждый день увидишь. Ну что, посмотрим. Давайте посмотрим за очередными опенингами. На этой карте было тоже много каток. Вы заметили, что все игры вообще на одних и тех же мапах? На Геттисберге никто не играет. Кингс и Джон, Мороз. Кингс и Джон, Мороз. Вот просто Кингс и Джон и Мороз. Две карты. Даже галактического процесса уже не было давным-давно. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Супер-мега-2 быстрые газа у кассы. Тут то же самое. По количеству газов можно понять, кто из них впереди по газу, хотя бы на секунду. Но это мелочь. Будущая антириперская застройка. Которая поможет в случае чего, если вдруг противник захочет понаглеть риперами. Кстати, полезная штука застраиваться здесь, особенно в ТВТ. Ну, вы видели, как эффективно оба игрока использовали риперов, постоянно забегая и... внезапно заставляя уводить рабов, когда дома ничего не было. Это круто. Это реально круто. Так, быстрая факта. Ну, абсолютное зеркало. Чистое. Чистейшей воды зеркало. Однако... здесь маленькая хитрость. Тут рипера не стал заказывать браток, или он отменил его, или мне показалось. Нет, скорее всего, не стал. Он заказал дабл риперов с реактора. Может быть, это тоже своего рода такой билдец, для удивления. Может быть, это не два рипера, может быть, это 4. А может, 6. Увидим, посмотрим. Давай, братюнь, удиви. 4 рипера! Помните, да, вначале игроки начинали через 2 рипера. Потом кто-то из них делал 3, чтобы удивить. И тут браток делает под реактором риперов уже 4. Продолжает делать гиллионов, но потом он может перестроиться в баншу с инвизом. Здесь ситуация попроще. Тут прям сразу тебе наглядно показывают, что человек хочет поставить... Но на баншу ему далеко перелетать. Пристройки немножко не те. Скорее всего, это будет циклон. Да? Дефенсный. Да, дефенсный циклон. Либератор от касса. Просто билдов нереальное количество. И здесь тоже либератор. Хорош. Будет весело. Только здесь командным центром вообще не пахнет, в отличие от того, что делает касс. Как так получилось, что у него... Парабам, парабам, парабам. Как так получается, что у касса командный центр уже готов, а здесь его даже нету? Хотя по количеству пристроек и до заказов... А, вот из-за этих риперов. Вот браток пытается подняться наверх и удивить противника уже 4 риперами. И у него это, кстати, сейчас может получиться. Как вовремя циклон вышел, которого зафокусил братюня! Блин, очень сильно столпились риперы. Очень сильно КСМки их окружили. Блин, взрывы, конечно, шикарные, красивые, эпичные. Но потери 700 на 700. Абсолютно в ноль разменялись игроки. Все, что выжило, это вот этот один гиллион. И тут такой дерзкий либератор. Типа, эй, давай я буду тебя харасить. И здесь либератор. Лоу. Викинг еще только на середине. 20 секунд ему еще строится. Циклон уже почти готов. Браток полетел в другую сторону. Циклон, 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 только не циклон. И здесь викинг уже готов у братка, потому что он не делал... Ну, он просто у него чуть раньше появляются определенные вещи. И вся разница вот как раз в ТВТ... К
кто как использует юнита, который появляется у него чуть быстрее противника, даже если на пару секунд. Это очень сложно. Профессиональный ТВТ это очень тяжело. Я вам как протас говорю. И тут внезапно подъехал Банша с инвизом. Учитывая, что инженерки он не видел разведкой и харасом, начальным опенингом. И в принципе инициатива как бы за братком. И он отбил Либератора. Даже убил противнику больше рабочих. И вот викинга надо сохранить. Если он викинга сейчас отчинит, а он его отчинит, орбиталку не забудь. Ему будет гораздо проще. Это уже как минимум на плюс один юнит по воздуху. А в ТВТ крайне важно играть именно... иметь преимущество по воздуху. Это очень важно. Я бы сказал, что это самый главный матчап, в котором нужно иметь преимущество по воздуху. Потому что позиции танков, потому что подсветки медиваками, потому что передропы, сбивать дропы. Все это можно делать только с помощью контроля воздуха. Так, шикарная большая отбратка. Инженерка почти готова. Есть просветка, есть циклон. Можно помикрить. Можно даже улететь попробовать, если захотеть. Захотел. Дроп на мейн. Только не рабами в маринусов. Может быть, не стоит. Братек. Братюня, что ты делаешь? Ты что, с ума сошел? Ну кто рабами бьет маринусов? Браток в это время сам зашел в атаку, зафокусил танк циклона мариками. Ну танк! Блин, он перекинул фокус циклона на мариков, почему-то и танк не добил. Викинг помочь тоже не смог. В это время, конечно, здесь какая-то жесть и дичь. Грамотно как дропается по танчику. Ой-ой-ой, пятачок. Спасите его кто-нибудь, почините. Учитывая, что там уже танк в дефенсе, ты в лоб так просто уже не нападешь. Седьмая минута игры. 40 лимита на 50. Это вам не PvP. Братку сейчас надо нон-стоп строить рабов, кидать молов и ни в коем случае больше их не терять. Ни одного. Ой, по-моему, сейчас только что кого-то забрали. Ох, господи. Я за времена Ходса, помню, столько ТВТ насмотрелся. Почти в каждом турнире. Хэппи Кас браток. ТВТ. Почти в каждом финале, полуфинале. Сплошные ТВТ. Стимпак у Каса раньше. Третьи команды центра у Каса раньше. Потерь по экономике меньше. Танки раньше. Но боевой лимит нормальный. По сути, разница только... Да нет разницы никакой. Разница в одного циклона. Банша с инвизом. Лети без ток через север на восток. Хорош. ГГ. Браток сдался. Потому что видел третий ЦЦ, который не продавил. Но вообще у него 6 мариков на 2 танка осталось. И ну можно было бы еще как бы хоть что-то попробовать сделать. Ну хотя бы просто попытаться. Ну хоть как-то выдавить из себя что-нибудь. И чё, Кас 2-0? Вроде. Да, 2-0. Будем болеть за Каса. Браток на хомстори не едет, ребят. К сожалению. Спасибо, Свай. Но он был в игре, он видел.
Так, ждем следующую игру, ребят. Дефраг еще играешь? Ну как играю? Могу поиграть в любое время. Да, топим за кассом и ждем.